9 и 10 ноября 2017 года в Праге состоялись Дни культуры Северной Осетии Алании. Пресс-конференция, посвященная этому событию, прошла в Хрустальном зале Российского центра науки и культуры. Министерство культуры Российской Федерации уже четвертый год реализует замечательную программу «Международная коммуникация субъектов Северо-Кавказского федерального округа». И мне очень приятно, что вот наша четвертая акция пришлась на европейскую страну, до этого мы все ездили в Азию. Вот, и мы здесь увидели очень душевное, радушное гостеприимство, за что мы очень благодарны. В программе «Дни культуры Северной Осетии» в Праге в Чешской академии музыки для молодых исполнителей состоялся мастер-класс народной артистки России и Украины Ларисы Гергиевой. Проект, который мы привезли сюда, проект, который представляет и Северную Осетию Алания, и частично Мариинский театр, и Национальный театр оперы и балета в городе Владикавказ, он очень интересен, он важен. Наверное, трудно переоценить словами, насколько это важно и насколько это способствует развитию культурных связей между нашими странами. И я, как человек, который постоянно по долгу своей работы, наверное, должности и вообще по желанию большому удовольствием бываю в различных странах, где мы представляем наше искусство российское, и особенно радость бывает, когда мы имеем возможность представить искусство, культуру, историю, традиции нашей маленькой Осетии, которая дала миру очень известных, много известных людей. После пресс-конференции в Хрустальном зале состоялось открытие выставки декоративно-прикладного искусства Осетии. Заместитель директора Владикавказского филиала Мариинского театра Анатолий Галаов произнес традиционную осетинскую молитву над ковшом пива и тремя осетинскими пирогами. Шахичта кайлагдар жон чыркдар кудой, мады майра бьоса атаж ракан бисе, говорят амен. Амен. Центральным событием фестиваля стала опера «Иоланта» Петра Ильича Чайковского в концертном зале «Рудольфинум», которую исполнили молодые солисты Мариинского театра и чешский баритон Филипп Банжек. Российский центр науки и культуры в Праге.